что еще за херня? Эй, сходите-ка кто-нибудь наверх. Гляньте, что там творится. Кажется, я что-то слышу. Прочесать территорию! Чужак! Вытащи меня отсюда! Там что-нибудь. Hey!
Он где-то рядом! Давайте! Куда он делся? Давай к нему! Как? Я его не вижу! Вон там! Приближаюсь! Ничего нового. Они уже завезли новую партию. Первой партии взрывчатки больше нет. И все, кто был в атриуме, мертвы. Чисто бросайте все! Берегите этих уродов! Thank you.
что-то слышно. Значит, заостерит чужак. Убитый! Эй, пошел! Я иду! Вот там! Ah!
Многие в округе будут рады, что дорога на север свободна. С тобой не пропадешь. Ты выиграл отличную тачку. Очередная отличная работа. Такая гадость, эти мелкие мины, и их больше нет. Спасибо тебе. Что? А, опять Карлсон на колодце шлет сигнал бедствия. Узнай, что на него нашло. Может, просто ложная тревога. Welcome back. You can never have enough beer bottles. Technically, I was about to save myself. You can never have enough beer bottles. Can we go for a ride in your car? Сообщить, что отменен запрет на поездки к северу от города. Но не забывайте, что в пустошах нельзя гарантировать полной безопасности. Остерегайтесь бродячих бандитов и мутантов. Благодарю за... Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Так что, ты у нас теперь гроза мутантов? Всегда приятно узнать, что их осталось меньше.
Теперь, когда мины уничтожены, дорога на север стала куда безопаснее. Здравствуй, друг. Посмотришь на мои товары? Это недопустимо. Если вас поймают при нарушении закона в этом городе, наказание последует незамедлительно, вплоть до изгнания. Нам всем приходится много работать, чтобы обеспечить безопасность в городе, и мы не потерпим преступников. Спасибо за...